Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас очередное видео. Егор Кирилл Николаевич, Егор Георгиевич. Сегодня мы хотели бы рассказать про онлайн-курс более детально, который у нас есть, который мы записали. Возможно, некоторые с вами уже ознакомлены с ним, но хотелось бы деталей. Почему? Потому что онлайн-продукты, они подразумевают некоторую долю недоверия к тому, что человек покупает. Почему? Потому что, в общем-то, это кот в мешке, и непонятно, что ты покупаешь. Поэтому мы хотим более детально осветить наш онлайн-курс, показать, что в нем есть, чему вы научитесь, если его приобретете. Сейчас мы находимся на нашей страничке mnica.kz. Именно там размещена форма нашего онлайн-курса. Когда вы заходите на нашу страничку, собственно, вы видите наш сайт, кто мы такие, какие техники у нас есть, стоимость приемов, какие услуги мы оказываем, ответы на вопросы. Есть отзывы по нашей работе, есть некоторые публикации, которые мы выкладываем в YouTube, и это последние публикации, которые мы выкладываем в Instagram. Здесь карта, как нам добраться, ну и способ связи. Это основная главная страничка, на которую вы попадаете. Теперь, чтобы попасть на наш онлайн-курс, нажимаете вот эту вот вкладку «Онлайн-курс». И, в общем-то, вы на него попадаете. Если проскролить страничку дальше, вы видите онлайн-курс нейроэнергопсихологии. Что это такое? Это пробные уроки из самого курса, который вы можете посмотреть как на нашем сайте, не выходя со странички, так и на нашем канале YouTube. Сразу про наш YouTube канал расскажу. Вот если перейти на нашу страничку, на канал, нажать плейлисты, курс нейроэнергопсихологии. Нажимаете сюда, и вам открывается целый плейлист нашего онлайн-курса с пробными занятиями. Можете посмотреть их на нашем YouTube-канале. Возвращаемся на наш сайт. После того, как вы посмотрели пробные занятия, ознакомились со мной, с Кириллом, да, мы вместе занимались созданием этого курса. Ну и еще ребята, которые в нашей команде участвовали, они также принимали участие. Вы попадаете вот сюда. Здесь написано «Инструкция, как купить онлайн-курс». Очень многих людей интересует, как в действительности его покупать, на самом деле есть определенные заморочки. Ну, кто-то не понимает. Итак, когда вы попали вот на такую страничку, а она расположена вот здесь ниже, что вы делаете? Читайте внимательно, ребят, читайте внимательно. 90 тысяч рублей вот здесь зачеркнуто. Что это значит? Что вообще курс стоит у нас 90 тысяч тенге, так? То есть это проблема не нашего сайта, это проблема платформы, на которой располагаются наши уроки. Читая внимательно, по независящим от нас причинам, цена на сайте отображается как 90 тысяч рублей. То есть мы не можем исправить этого. Но актуальная цена за курс 90 тысяч тенге. Далее, при переходе на оплату непосредственно на сайт Робокасса. Робокасса – это сервис, который принимает онлайн-платежи, с которым мы работаем, через который поступают деньги. Вот, будет отображаться цена в тенге. Если вы оплачиваете другой валютой, например, рубли, то с вас спишут сумму по курсу вашего банка. То есть вы оплачиваете не 90 тысяч тенге, а, допустим, 15 тысяч рублей. И по курсу национального банка, собственно, конвертация происходит на самой платформе. Далее, вы заполняете вот эту форму, где нужно там поставить свою почту, свое имя, телефон там. И далее нажимаете кнопку «Оплатить», и вас перекидывают вот на такую страницу, вот сюда. Оплата заказа. Заказ такой-то, та-та-та-та-та-та. Здесь отображаются ваши данные. Здесь отображается, сколько стоит курс. И здесь есть кнопочка «Оплатить». Вы ее нажимаете, и вас перебрасывают вот сюда. Вот здесь уже, тут при оплате отображается актуальная цена – 90 тысяч тенге. Да? Вы заполняете форму оплаты с карты Visa, там MasterCard, с какой вы будете оплачивать, и оплачиваете той валюте, в которой вы желаете купить, там 15 тысяч рублей, если здесь будет 15 тысяч, да, рублей, 90 тысяч тенге, и вас перебрасывает на страницу нашего курса.
В общем, вот так она выглядит. Когда вы попали на страницу онлайн-курса, давайте сейчас мы на этом не будем останавливаться. Вот здесь вы можете посмотреть, это действительная форма. Допустим, я сейчас зашел с аккаунта на одной из наших учениц, Ольги. Здесь пишется почта, фамилия, имя, как обращаться, и телефон. Телефон здесь не указан. И, в общем-то, здесь есть один из первых отзывов о нашем онлайн-курсе. Отзыв человека, который пишет в виде видеоформата, а после этого он получает еще и подарок от нас на той платформе, на которой расположен курс. Что это за подарок, чуть-чуть будет позже. В общем, оставайтесь с нами. Итак, когда вас перекинуло на страничку, вы попадаете примерно вот на такую страницу, да? Вам доступно 52 урока нейроэнергопсихология, базовый курс. Вы заходите в тренинги. Нажимаете нейроэнергопсихология, базовый. У вас появляюсь я, появляются наши контакты, что это за курс. Ну и, собственно, сами уроки. Когда у человека есть доступ к урокам, они отображаются как черным шрифтом. 5 уроков, 2 урока и так далее. Что здесь? Здесь человек заходит в введение в инструктаж. Курс монтировал Кирилл Николаевич. В общем, много мы с ним вещей переработали. Большое ему спасибо скажите все. Но если вы смотрите это видео в YouTube, то в комментариях напишите. Есть приветствие от компании Эмника. Это приветствие очень важно. Его нельзя пропускать, если вы попали на этот курс. Здесь вы послушаете, чего мы вам желаем, что это за курс и с помощью него что вы будете делать. Ну, кстати, что вы будете с помощью курса делать? Ну, вы сможете работать с психологическими травмами, вы можете работать с болевыми синдромами, вы можете с различными фобиями работать, ну, еще много чего. Вообще очень много проблем можно решать с помощью нашего материала. Далее, есть пункт номер два, тренинг номер два, там один урок. В этом уроке также, ну, в основном курс построен в видеоформате, чтобы у вас не было никаких вопросов по печатным материалам. То есть вы просто смотрите видео, осознаете его, если надо, перематываете, ну и пробуете на себе. Здесь мы показываем, как работает. На данном видео мы хотели вам продемонстрировать, как на самом деле мозг планирует вашу жизнь. Процесс очень простой. У нас есть дистанция. Мы говорим, что эта дистанция 1000 метров для бега, легким бегом. Она разделена по клеткам. 200, 400, 600, 800 и 1000 метров. Это я говорю мозгу, нервной системе того человека, с которым я буду работать. Итак, в начале дистанции давите вверх. Мышца-индикатор сильная. Просим человека пробежать 200 метров. Вставай сюда. Вот он пробежал 200 метров. Смотрим. Отлично. Пробежим 400 метров. Давите вверх. И вдруг человек потерял тонус мышечный. Это значит, что пробегая дистанцию в 400 метров, у человека формируется какая-то дисфункция. Но, как видите, мы никуда не бежим. Мы тестируем это в локации, которая относительно ограничена по расстоянию. И уже сейчас мы можем выяснить, какой орган или какая система дала сбой. Давите вверх. Дайте вверх. Это на уровне середины тела. Смотрим, какой орган. Здесь у нас есть печень. Давим вверх. И печень уже не справилась с нагрузкой. Хорошо, думаем мы. Вот мы. Ну, в общем, в таком формате построен данный урок. Здесь мы проверяем, какие органы отказывают на беговых дистанциях. Ну, то есть для терапевта, для психолога, возможно, даже для фитнес-тренера это очень важная информация. Почему? Потому что можно заранее понять, почему человек не пробежит или почему, когда он пробежит, он сильно разваливается от этой нагрузки. Возвращаемся дальше. Здесь у нас есть в тренинге здоровье и его аспекты. Итак, вы его могли посмотреть в
первых уроках, которые бесплатные. Курс построен таким образом, что есть определенные задания, они несложные, но они позволяют человеку запомнить те ключевые моменты, которые он прошел в уроке. Возвращаемся назад. Вот здесь у нас есть основные понятия, инструменты работы, видеоуроки. Есть печатный материал раздаточный. Этот печатный раздаточный материал доступен для скачивания, чтобы вы могли его скачать себе и распечатать. Там показаны основные мышцы и определенные моменты, которые требуют определенного сосредоточения прочтения. Можете себе потом из них сделать какую-то шпаргалку, да? Есть также задания, которые есть обязательные или необязательные для прохождения. Теория физиологии мышечной работы, то есть вы работаете с мышцами, с нервной системой, вы должны понимать, что, собственно, вы делаете. Здесь, конечно, мы постарались сделать все максимально просто и эффективно. Я рассказываю про мышцы, как они работают. И по окончании вы проходите тест. Далее, после того, как мы уже выучили определенные закономерности в мышечном сокращении, мы переходим к мануально-мышечному тестированию. И уже здесь, в этом уроке, начинаем учиться тестировать мышцу, определенные алгоритмы и закономерности, как нужно тестировать. Когда мы уже поняли, как тестировать, мы переходим к уроку инструменты кинезиологии. В этих инструментах, как я уже сказал, все построено на видео в формате Full HD с хорошим звуком. Мы разбираемся, какой тонус бывает, что делать. Этот урок посвящен инструментам кинезиологического тестирования, в котором мы разберем, какие инструменты используются в кинезиологии для получения ответов от тела и от подсознания. Теперь вы знаете, от чего вы будете отталкиваться. Здесь пример работы с теми инструментами, которые рассмотрелись в предыдущем уроке. Дальше мы изучаем вообще, что такое здоровье, как делать провокации на те или иные участки тела, чтобы выявить дисфункцию. Химическое нарушение, психологическое нарушение, либо это структурное, может быть, неврологическое нарушение, может нарушение дыхательных паттернов. В общем, здесь мы разбираемся. Итак, мы знаем, что есть несколько аспектов, из которых складывается наше здоровье. И первое – это химический статус, второе – энергетический, психоэмоциональный, неврологический и структурный. Для всех этих вещей нужна какая-то провокация. И чтобы узнать, в каком направлении нам работать, мы должны уметь делать эти провокации. Берем мышцу, даем вверх, проверяем на норму тоничности. Итак, чтобы проверить психоэмоциональный статус, нужно сделать терапевтическую локализацию в район лобных буров. Таким образом, мы здесь разбираем зоны, которые нам дают определенные ответы. После того, как мы научились это делать, мы смотрим, как можно научиться выявлять те регионы тела, которые поражены механически, и почему они механически, собственно, поражены. Как вы уже поняли, это могут быть психологические, неврологические и другие нарушения. После того, как мы смотрели все это, у нас есть сигнальные точки меридианов. Кирилл Николаевич здесь выступает весьма интересную роль. Он позволил себя оголить. Здесь я покажу. Итак, сигнальные точки. Сейчас разберем их месторасположение. Сигнальная точка меридиана легких находится вот в этой впадине. Сигнальная точка меридиана перикарда находится посредине грудины. Когда мы разберем сигнальные точки, они нам нужны будут в основных коррекциях, которые мы будем делать по психологии. Мы уже знаем, от чего иногда можно отталкиваться, если мы знаем сигнальные точки меридианов, их топографию. Это вот такой вот тренинг, основные понятия, инструменты работы. Далее, из этого пункта номер 4 следует пункт номер 5. Здесь 17 уроков. Это самый большой
по количеству, но не самый большой по времени пункт тренинг. Печатный материал, пояснение к тестированию, что нужно учесть. Ну и, собственно, различные мышцы, с каким органом и меридианом они ассоциативны, ну и как их тестировать. Дорогой друг, я рад приветствовать тебя. Интернет тормозит немножко. Давайте возьмем пример другие какие-то мышцы. Что у нас здесь есть? Зубчатая мышца, напрягатель широкой фасции бедра, большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, подлопаточная, квадрицепс, передние и задние большеберцовые мышцы, пояснично-подвздошные мышцы. В общем, основные здесь 14 мышц и 15-я, по-моему, добавочная, чтобы было полное понимание структуры. Ну и здесь заключение по тестированию, а здесь нужно пройти будет тест, чтобы пройти дальше. Возвращаясь. Здесь у нас техники нейроэнергопсихологии, 12 уроков. То есть это уже подводящие уроки к тому, чтобы человек начал практиковать и тренироваться в данном направлении. Основные коррекции, которые мы взяты, это паровую мартину, она доработана и доведены определенные вещи до более глубоких частей коррекции. Здесь мы будем показывать. Так, и здесь есть седьмой тренинг, это примеры разных коррекций, то есть мы периодически сюда будем добавлять уроки, когда вы возьмете курс, вы сможете уже на примере реальных клиентов, реальных людей, ну, заниматься коррекцией, терапией ваших клиентов. Здесь есть практика на семинаре. Это видео с семинара обучающего, который я даю офлайн, да. Здесь показан я и моя ученица. Ну, это основная коррекция, которую мы изучаем. Также здесь показаны способы доработки основной коррекции, чтобы человек полностью стабилизировать. Здесь есть урок, как убрать психологическую зависимость от сигарет и никотина с нашей участницей, нашей командой Алисой. Также здесь есть, это совершенно, ну, не из нашей команды человек, мы делали розыгрыш, объявление в Инстаграм о том, что специально для этого, для этих уроков мы приглашали человека с аллергией на шерсть, ну и, собственно, решали эту проблему. Здесь также есть основная коррекция, дополнительные какие-то вещи, чтобы помочь человеку абсолютно быстро убрать аллергическую реакцию. Здесь два видео. Есть видео по работе с человеком, который боится замкнутого пространства. Здесь есть результат до и после. Ну, мне пришлось затолкать человека в шкаф, который боится, что его затолкают в шкаф. Это пример разных коррекций, они будут добавляться, потому что существуют различные психологические нарушения, и мы хотели бы, чтобы этот курс был полный. Ну, пока у вас есть возможность учиться по тому материалу, который есть, ну и, собственно, потом это будет как бы бонусом. И когда человек уже научился тестировать, знает мышцы, научился работать, понял принцип работы, есть подарок. Это непростой подарок, он очень-очень важный. Здесь есть техника восстановления функции мозговой ткани, есть печатный материал с ассоциативными связями. Есть атлас очень хороший, простой мышец, чтобы человек быстро выучил мышцы. И есть подарок, как работать с ядрами мозга. Вот. Это вот такой состав нашего курса, который вы можете лицезреть. На самом деле, чтобы его освоить, вам достаточно будет месяц работать, если каждый день вы будете выполнять по чуть-чуть, не нагружая себя, не нагружая свой мозг. Вот. Курс подразумевает практическую работу, конечно, на людях, и вы сможете делать эту практическую работу. Я бы хотел дополнить вот Егора и сказать, что если вы практикующий, например, психолог, да, или вы
занимаетесь какой-то корректировкой, этот курс для вас будет новой ступенькой в вашем развитии. То есть, используя эти знания, которые вы получите в курсе, вы можете углубиться в решение проблем ваших клиентов. То есть, с помощью этих практик вы уходите на более глубокий уровень, независимо от того, какими техниками вы пользуетесь. Вот, как бы так. Да, кстати, ну, Кирилл, можно сказать, что экспертное мнение, он приехал ко мне на обучение, он приехал из России, вообще непонятно откуда, из Хабаровска, Казань, там Геленджик, все проехал, приехал, нашел меня. Вот. И, в общем-то, он практически с нуля занимался обучением по этой технике, по этим техникам. Сейчас он, ну, достаточно очень хорошо тестирует, хорошо понимает проблему клиента, может быстро найти ее, скорректировать. У него есть очень хорошие отзывы. Вот. И сейчас он как бы в составе нашей команды, мы продвигаем наши продукты, ну и, собственно, себя. Если вам что-то непонятно по курсу, вы можете написать это в комментариях, если вы смотрите это с YouTube. Мы, возможно, что-то добавим, чтобы пользователям, которые пытаются найти хороший качественный продукт, могли, ну, без проблем все это найти и понять, о чем мы говорили сегодня. Ну, еще раз повторюсь, наша страничка emnica.kz, вы на нее попадаете, видите пробные уроки, видите форму регистрации и оплаты, можете отзыв, скоро их будет больше, намного больше, потому что мы стараемся продвигать наш курс. Ну и тем, кто думает, что как бы курс останется 90 тысяч тенге, на самом деле это не так. Почему? Потому что, ну, наша задача сделать так, чтобы курс вошел в какой-то определенный ритм. Сейчас это 90 тысяч тенге для пользователей, которые у нас покупают его, ну, там, до лета этого года. Скорее всего, это будет цена выше. Почему? Потому что сейчас, пока мы собираем материал именно по клиентам, которые имеют определенные проблемы, и курс будет дополняться постоянно. Сейчас у вас есть возможность, в общем-то, брать его по той цене, которая он есть, ну и работать. Можно сказать, что только на этой технике очень много можно решить проблемы своих людей. Так, ну, можете посмотреть наши отзывы в нашем Инстаграме. Заходите в Инстаграм, смотрите там. Ну и на сегодня все, наверное. Мы очень рады были рассказать про свой курс. Положим очень много труда, там все очень систематизировано. Друзья, если вы боитесь, что там не системно, все, там мы этот курс делали, ну и лично я на него положил один год, и месяца два и три мы с Кириллом еще это все переделывали, то, что я сделал. Поэтому там все очень системно, все очень понятно, с хорошим звуком, с хорошим там качеством видео, и вы сможете разобраться вообще без труда. Надеемся, наш труд будет оценен, ну и принесет свои плоды. Да, если, ну, я Егору говорил по поводу того, и если вдруг у вас возникают вопросы какие-то, вы можете взять консультацию онлайн, да, от Егора, и он вам подробно разберет либо на вашем клиенте, либо на своих клиентах, как это работает. Ну, естественно, это будет стоить чуть-чуть дороже, но такая функция присутствует. Да, такая функция присутствует. Да, ну, если вас это заинтересовало, вы всегда можете написать нам любые соцсети, связаться с нами по телефону. Возможно, вы заполните заявку, напишите здесь комментарий, хочу такую-то консультацию. С вами свяжется наш администратор, и, ну, все эти вопросы будут решены. А также у вас есть возможность стать, ну, не знаю, организатором нашей работы в вашем городе, да? В любом случае, вы можете связаться с нами по любым доступным каналам связи, это соцсети, также форма заявки на нашем сайте. Предложить определенные условия, возможно, договориться о определенных условиях, ну и чтобы мы присутствовали в вашем городе, всегда возможно сотрудничество. Успехов вам и благодарим за то, что досмотрели до этого момента. Всего доброго, счастливо.